вручили сегодня красноярским полицейским. Досталось всем и всему краю. Участковым, ГИБДД, постовым и уголовному розыску. Самый заметный аппарат – передвижной узел связи на базе КАМАЗа за 19 миллионов. Такая машина нужна для удаленных и сложных мест работы, вроде прорванной дамбы на Сисиме. Остальное – это десятки УАЗиков для ДПС и «Шевроле Нивы» для участковых. Внутри камеры, радиостанции, лебедки и медицинские укладки для первой помощи на дорогах. Всего же краевым полицейским досталось больше 200 новых машин за год. Обновили почти каждую десятую. Но больше всего они, похоже, гордятся четырьмя кинологическими новинками. Все эти уже автомашины оборудованы кондиционированием, чтобы наши младшие друзья четвероногие себя комфортно чувствовали, в том числе на дальних переездах к месту проведения осмотров мест происшествий.